Согласитесь, зачастую мы кушаем не только на кухне, но и в других комнатах, совмещая прием пищи с просмотром телевизора. Результатом такого совмещения может быть пятно от еды на мягкой мебели. Будем от таких пятен избавляться? Нам понадобится утюг с отпаривателем. Наливаем в утюг воду, нагреваем и располагаем над пятном. Нажимаем кнопку отпаривания. Очень важно, чтобы утюг был не очень близко к пятну, иначе оно еще больше въестся не только в обивку, но и глубже. Идеальное расстояние 7-10 см. Обивка должна увлажниться паром, пятно постепенно размокнет, теперь можно попробовать его убрать. Берем обычное хозяйственное мыло, не отбеливающее, натираем им влажную тряпочку и хорошенько трем пятно. Затем еще раз протираем только чистой водой, без мыла. Кстати, вместо тряпочки можно воспользоваться старой зубной щеткой. А если такой способ с паром не помог избавиться от пятна, придется прибегать к специальным средствам – пятновыводителям или даже к химчистке. Домашние хлопоты могут быть приятными. Просто нужно знать, как их сделать легкими.